Сегодняшняя встреча, как всегда, интересна тем, что у людей открываются новые планы, люди вспоминают свои мечты, свои цели, понимают, что надо все-таки реализовать те задачи, которые стоят перед вами, жизненные задачи. И, конечно же, вы по окончании этой встречи уже поймете на 100%, что пора включаться, пора закатывать рукава, вы будете знать, что делать. И у вас будет масса энергии для того, чтобы стать лучше в своей жизни. И, конечно же, очень важно, что позитив играет очень большую роль. Вот прежде всего, важно настроиться всегда, что все, что не происходит, делается для того, чтобы вы стали еще сильнее. И как один из актеров Голливуда сказал фразу, если вы будете просыпаться в смысле о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет. Слова Уолла Смита, известного в фильмах, да, «Люди в черном» и так далее. И, конечно же, есть масса людей, которые пытаются и ждут, и, наверное, мы тоже были отчасти принадлежны к той массе людей, которые надеялись, что надо переждать проблемы, и наступят хорошие времена. Вы знаете, хорошие времена наступают к тем людям, которые в трудные времена начинают что-то предпринимать, да, что-то делать, крутиться и достигать успеха. И, конечно же, вы знаете, что есть масса людей, которые ходят на работу, но успешнее не становятся. Да, можно пойти трудиться на благо страны, может быть, патриотизм здесь сыграет большую роль, как ранее в добрые советские времена. Но сейчас люди просто тратят время, потому что они решают временные трудности. А глобальная задача решить, к примеру, купить квартиру или дом, машину или что-то еще, вряд ли можно с помощью того, что вы зарабатываете 50-100 долларов в эквиваленте на ту местную валюту, в которой вам выплачиваются ваши зарплаты. И это твоя жизнь, она проходит каждую минуту, и от сегодняшних действий зависит то, кем ты будешь не то, что там через день, через месяц, а через год, через 5, через 10 лет. Потому что ощутить свои ошибки в поступках можно через время. Ощутить усилия, которые ты сделал правильно, выбирая правильный бизнес, правильных партнеров, так же само вы можете ощутить только через некоторое время. И есть одна фотография, она состоит из двух частей, верхней части и нижней части. Да, если смотришь далеко, ну ничего, но если ты присмотришься внимательно, то верхняя часть фотографии показывает, как люди живут сейчас. Нижняя часть, так как мог жить человек, если сделает правильный выбор. И отличие, если разобраться, можно найти во всем. Цвет неба. Цвет, там земля, там море, да, масса, цвет счастливых людей и так далее. И важно понимать, что что-то хочется в жизни менять. И легенду вы создаете при жизни сами. Без особого опыта я в свое время вышел на 21%, тогда это квалификация директора, да, за полтора месяца. 24 года я уже открыл звание сапфира за пару месяцев работы в компании. До 35 лет выступал на аудитории 25 тысяч человек. Впервые создал авторскую систему MLM 3.0. Это совмещение офлайна и онлайна в бизнесе. Самая крупная организация в Украине среди всех MLM компаний на данный момент и в прошлом и в будущем. Самое большое количество вебинаров, более 3000 вебинаров. Были проведены и онлайн-конференции, более 7 тысяч офлайн-обучений, которые прошли около 10 тысяч человек. И дал опыт и знания для миллионов консультантов прямых продаж сетевого бизнеса. Создал команды в 15 странах и побывал в 61 стране мира. Это то, что вы можете делать сами. Я ходил в такой же садик, в такую же среднюю школу государственную. И ходил
под таким же небом, как и вы, по той же земле, как и вы, да, и пил ситро, лимонады, и молоко, и печенье, такое же, как и вы. Поэтому вы должны прекрасно понимать, что нас отличает только усилия, которые мы прикладываем, и качество, которое мы к этому привязываем. И прежде всего разработка, адаптация, синтез офлайн и онлайн – это самое важное, что сейчас надо понять и принять как за основу. А объединение команды для создания системы роста и формирование видения масштабирования успеха – вот в чем секрет. Да? Объединение наработок, да? Объединение команд и формировать видение для тех людей, которые пришли в этот бизнес. И стройте свой бизнес тем, что вы можете гордиться за своих людей. Если вкратце про бизнес-то, да, то у нас есть уже итоги третьего и четвертого, кажется, уже квартала. Но я покажу третий квартал 2016 год. Да. Что произошло? Произошел рост популярности продаж, популярности продуктов. Обновился премьер-клуб для России. Компания предлагает самые лучшие условия на всех рынках СНГ. Компания выплатила, если говорить, допустим, о России, да, если россияне тут есть, 1 миллиард рублей с момента обновления программы «Премьер Клуб». И за, если сравнивать с прошлым годом, то показатели прибыли составили в два раза. Средний размер бонуса вырос, на секундочку, больше, чем в полтора раза. Да? Цифры какие. И мы, как единая команда, четко ездим сейчас на конференции. Если говорить про Египет, то россиян было 800, и с Украины было 400 человек. Если говорить о том, какие цифры по квалификациям, то на первом этапе прошло около 1000 менеджеров. На втором этапе прошло больше 1000 уже участников, которые зафиксировали свои результаты. В Сочи была поездка россиян. Всего было 2000 участников. Цифры огромные, да? Это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. В Анталии было из Украины 800 участников. Из них 400 человек – это из команды «Касатка», команда Алексея Севрука. Вот наши показатели за поездку в Турцию. Вот фотография участников. Все не вместились, 400, да? Но я показываю те фотки, которые у меня есть под рукой. Бонусная программа для лидеров на широкую ногу работает в России. Люди получают уже BMW. Я вам показал Шкоду, но реально уже компания переключается на BMW X5. С момента старта программы компания уже выплатила 240 миллионов рублей на автомобили. В 2016 году выплаты составили на 40% больше. Стали владельцами автомобилей Skoda Rapid 150 лидеров России. 12 авто Volvo у команды «Касатка» из городов Минск, Минск, Гродно, Гомель и так далее. Это Беларусь. В среднем каждый каталог дополнительный бонус получает 700 лидеров дополнительного бонуса. Как это повлияло на лидерство в странах СНГ? Внимание. Рост новых менеджеров в 2016 году составил 378, почти в 4 раза. Какой удивительный рост. Рост новых лидеров составил в директорской команде 78%. Старших менеджеров 156%. Друзья, удивительный бизнес. Почему бы и не попробовать, да, называется. Бриллиантовая команда выросла в 3 раза. И это только начало работы с помощью коммуникации через интернет. То есть интернет помогает нам ускорять этот бизнес. Новых лидеров России, на секундочку. За период квалификации на банке директоров 2016 1850 менеджеров старших, директоров 550,
130 старших директоров. 122 золотых директора. Девять новых бриллиантовых директоров. Пять новых старших бриллиантовых директоров. Два новых дважды бриллианта. И это результаты, которые дают вам понять, почему стоит подключиться к этому бизнесу и начать с ним действовать. Лидеров в открытых квалификациях, директоров и старших директоров больше 600. Золотых директоров 150. Старших золотых 52. Сапфировых 32. 13 лидеров в открытых квалификациях бриллиантовых директоров. Oriflame участвует в благотворительных проектах Chillhood, где под патронатом самой королевы Сильвии. Я в этом бизнесе скоро будет 20 лет. Ее величество, королева Швеции, Сильвия сотрудничает с компанией Oriflame в открытую. Она посетила королевский ужин в Нобель-холле с участием лучших лидеров Oriflame, где я присутствовал. Был на ужине с королевой. Королева и король разрешили выпускать парфюмерию от имени, ихнего имени. Да, представляете, как это почетно? Скажите, какая королевская семья выпускает парфюмерию? Вот. А вот шведы такие, да, демократичные. Королева Сильвия посетила родину Wellness, встретилась с Стигом Стеном и одобрила это движение, которое спасает жизни, реально, продлевает жизни и делает жизнь более яркой и красочной, потому что здоровые люди больше могут наслаждаться кайфом. Вот снимок, удивительный, уникальный снимок Роберта Афтюкника, Александра Афтюкника. Это миллионеры, миллиардеры, да, но они такие простые ребята, которые построили такой глобальный бизнес. Вот они на фоне мавзолея. Это гора Эльбрус. На Эльбрусе тоже есть флаг Oriflame и флаг Швеции. Вот стадион. Заносится факел. Огненное пламя. Вот показывается, шведский бизнес стартовал в СНГ. Первые кадры работы генерального директора Магнуса Бренстрома с Йоханом Розенбергом. Кольчугах викингов. Вот они, генеральное руководство, богатые и успешные люди, да, управленцы. А танцует Лебединое озеро перед вами на конференции. А вот яблочко, да, на тарелочке. Знаете такую песенку? Вот такие танцы, да. Это все Oriflame. И все началось с мечты. Вот у вас есть мечта, друзья? Наша миссия – воплощать ваши мечты, чтобы они были реализованы. Не просто остались на бумаге или на коллаже, или в голове, а реально преобразились в жизненный формат. И наше видение – стать косметической компанией номер один на рынке прямых продаж. Единство, дух и страсть – это наши ценности, с которыми мы продвигаемся вперед. Я бы еще добавил бы и совесть. Единство, дух и страсть – и совесть. Наше шведское происхождение делает нас просто самой-самой современной, самой уникальной компанией. Инновационной, прогрессивной, надежной, доступной по цене, натуральной по качеству. И доступность руководства. Всегда можно поговорить, пообщаться, потусовать на банкете. Кто на банкет планирует ехать на этот раз? Получить заодно, кроме банкета, получить чек от компании. Компания действительно прогрессивная, потому что склады самые большие, самые доступные находятся на территории каждой страны. Да? Глобальная индустрия прямых продаж только растет, и мы вместе с ней. Это самый современный способ индустрии прямых продаж управления бизнесом. И каждый человек может начать бизнес в компании прямых продаж. Но наша компания уникальная. Наша компания прямых продаж, которая использует элементы
элементы на 100% сетевого маркетинга. То есть среди MLM-компаний мы наилучшим образом воплощаем на территории СНГ эту идею. И те люди, которые знакомы, да, уже понимают, кто уже проработал месяц, год, по достоинству оценивает, насколько все готово. Люди хотят быть независимыми. Согласны? Хотят иметь деньги в кармане, быть свободными. Хотят руководить своим бизнесом, а не чужим. С помощью клавиатуры на компьютере. И люди понимают, что основные продажи делаются с помощью рекомендаций. У нас есть бренд и ценности. У нас есть лучшее предложение для покупателей, продавцов и бизнес-партнеров. И мы развиваем лидерство. Мы развиваем вас. Мы помогаем вам. Сегодняшняя презентация посвящена не только лидерам, не только вам, а и вашим людям. Тем, кто пришли в ваш бизнес и которым нужна мотивация, вдохновение и знания. Oriflame – это наши люди. Люди, которые составляют одно большое сообщество консультантов. Людей, которые стремятся к успеху. Немножко статистики. В России каждые 4 секунды продается тушь The One. И 15 секунд, каждых 15 секунд в мире. Хорошая статистика, да? Румяна в шариках Сирии, Джордании появились 30 лет назад. И до сих пор они являются в десятке самых продаваемых продуктов. Ежегодно продается 175 тонн специально смягчающего средства «Нежная забота». Над созданием образца будущего аромата работают одновременно 3 или 4 парфюмерных дома, предлагая в результате около 15 вариантов для того, чтобы компания могла выбрать то, что будет запущено для вас. Дизайнеры разрабатывают около 20 эскизов флакона нового аромата, из них только один будет запущен в производство. Ассортимент продукции Oriflame насчитывает более 1000 единиц. Из них почти 500 – это новинки или обновленные запуски новых серий. Компания Oriflame была официальным партнером недель моды в Стокгольме наряду с компанией Mercedes, Mercedes-Benz. Да. Это все о нас. Российские, украинские, белорусские издания говорят постоянно о наших продуктах. Журнал «Мода», «Аллюр», «Космополитен». Все они презентуют и говорят о качестве продукции. И о велнесе, и о помадах, и о кремах. Это действительно помогает нам. В год компания Oriflame выпускает 100 миллионов каталогов на 40 языках мира. Круто. Современная индустрия красоты. Какая она? Мадонна. Что бы она делала, если бы не косметика? Согласны? Она молодец, хорошо выглядит, но если бы не косметика? Это очень принципиальный вопрос. Да? Что косметика нужна. Вот так бы выглядела бы Леди Гага без косметики слева. И как она выглядит справа? Вот что означает хороший макияж. Это косметика. Да, друзья. Памела Андерсон, секс-символ Америки. Какая бы она была бы без косметики? И какая с... Вот. И серия The One, вы знаете, великолепная, грандиозная серия, которая означает первая без ретуши. Да? Она посвящена тому, чтобы вы реально могли пользоваться этим. Далее. Вы по этой ссылке можете больше узнать. Реально. Вы можете больше узнать о том, что означает эта серия The One. Ну, а мы дальше двигаемся, потому что впереди масса полезной информации, которая будет полезна для того, чтобы больше поверить. Потому что я считаю, что достигнуть успеха можно тогда, когда ты веришь в это. Без веры, ну, как ни крути.
Когда человек знает, чем он занимается, когда он понимает, для чего он это делает, тогда и крылья вырастают, и батарейка лучше работает, и утром начинает шевелиться. Вот программы некоторые, которые позволяют без нанесения косметики через телефон подобрать себе ту палитру, которая вам нужна. Вот. Обратите внимание, что даже мужчины тестировали, я тоже пробовал, и мы прикалывались с бородой, с усами и с красными губами. Вот, друзья. Поэтому такая программа есть, вы можете ее закачать и пользоваться бесплатно. Это серия The One. Товар года 2014 года. Номинации. Вот есть независимые опросы, которые дают нам призы за декор, за шампуни, за контур для губ. Такой карандаш есть, да? Что седьмой раз подряд Дима Билан получает парфюм этот, первое место. Ну, самый продаваемый парфюм, да? Oriflame – это самая крупная европейская косметическая компания на рынке прямых продаж. То есть вы соучастник такого глобального европейского движения. Мы гордимся, потому что компании 49, уже 50 лет на мировом рынке. 20 лет прямых продаж, более 60 стран имеет представительство, 7,5 тысяч сотрудников, 3 миллиона консультантов, 1,5 миллиарда почти евро ежегодный оборот, 1000 единиц ассортимента, 5 собственных фабрик: Швеция, Польша, Китай, Россия и Индия, корпоративные офисы в Швеции и Швейцарии, и с 2004 года акции компании котируются на бирже NASDAQ OMX. До этого котировались на лондонской бирже. Братья Афьокники удостоились медали Королевского патриотического общества Швеции в год 45-летия Oriflame. Почетные шведы, да, которые гордо несут честь Швеции по всему миру. Написана книга про основателей компании. Ее можно скачать. Если есть помощники у меня сейчас с ссылками, можете ссылку скинуть. Доступ на эту книгу, чтобы люди могли ознакомиться об истории создания этой компании. У Oriflame есть собственный центр исследования и разработок в Дублине. Институт исследования кожи в Стокгольме. Друзья, Oriflame победил в номинации «Лучшая научная работа в косметологии». Компания в 2015 году запустила Ultimate Lift серию Novage. У компании собственная четырехэтапная программа комплексного ухода. Компания продвигает идею обмануть свой возраст. То есть люди, которые пользуются нашими продуктами, в паспорте у них одна информация, а на лицо совершенно другая. И Агния Дитковските, актриса кино, эксперт проекта «Обмани свой возраст», может это доказать на своем личном примере. Мы проходили продукт-тест, и независимая оценка дала нам определенное количество номинаций. Да? Если посмотреть, на четвертом месте Lancome по качеству, на третьем месте Estée Lauder, на втором месте Novage, компания Oriflame. И первое место, продукт стоит 4 раза дороже, Capture Total компании Christian Dior. Поэтому люди, которые знают продукты, они покупают Oriflame. 20 лет успеха, отмечаем новый рост. Oriflame сотрудничает со звездами российского и мирового масштаба. Друзья, Моника Беллуччи, Деми Мур. Дэвид Бекхэм, Плющенко, Дима Билан, Кина Канделаки и так далее. Вот Валентина Заяц скинула сейчас ссылочку, по которой вы можете узнать и прочитать книгу от основателей компании. Про основателей компании. Конференция для лидеров Oriflame получает профессиональное признание в индустрии прямых продаж.
Золотая конференция 2014 года, лайнер мечты, получила награду European Best Event Awards в номинации «Самое лучшее мероприятие года». Это просто грандиозно, да? Компания Reflame была отмечена премией «Здоровое питание». Это не просто так, такие чудеса, да? Если за последние 2 года посмотреть, то интерес к здоровому образу жизни в России вырос 2 раза. Мировая статистика. В прошлом веке занималась 17% здоровьем и спортом, а сейчас уже 36%. Эти показатели будут расти. Население России следит за питанием 61%. 50 тысяч человек со всей России приняли участие в велопараде в мае 2016 года. Потому что wellness – это модно, это современно и очень красиво. Вот наши продукты линейка wellness. У нас есть программы, связанные с wellness, об этом можете познакомиться. У нас есть чаты специально по wellness, клубы, проекты, вебинары по wellness. Мы для здоровых и успешных. Присоединяйтесь, чтобы прокачаться с wellness и стать еще сильнее. У нас проходило мероприятие 10 участников со всех стран СНГ, в том числе были наши лидеры. 12 недель они проходили это обучение. Вот 3 эксперта сопровождали их. Мария Голодковская, нутрициолог. Елена Санжаровская, фитнес-инструктор. Кстати, вот этой девушке за 50. За 50. А как выглядит? Да? Вот. И Вадим Салманов, бизнес-тренер. Вот они прокачивали. Фитнес-инструктор, бизнес-тренер и нутрициолог. Прокачивали 10 лидеров. И это все видео есть на YouTube. Присоединяйтесь к этому уникальному проекту, к wellness проекту. Рекомендуем вам приобретать продукцию Wellness Life Plus. Об этом поподробнее у своих спонсоров. И самое главное, что мне нравится в этом бизнесе, друзья, это путешествие. Пам-пам-парам. Лидеры Oriflame СНГ 7 раз уже обогнули земной шар и посетили более 40 стран мира. Конференции проходят в шикарных отелях. Для обучения проходят специальные мастер-классы. Есть зоны отдыха. Тренинги от успешных предпринимателей. Фантастические награждения компания постоянно проводит на высочайшем уровне. Конференция для лидеров Oriflame получает профессиональное признание в индустрии мероприятия. Люди путешествуют, ездят с нами за границу. В 2009 году была выплачена самая крупная премия в Европе среди официальных компаний в 1 миллион долларов. Тамиле Полежаевой. Oriflame Россия является и Украина, и Белоруссия старшими членами ассоциации прямых продаж. В 2012 году Магнус Бренстрем, президент Oriflame, был избран председателем Европейской ассоциации. В апреле 2016 года получил награду «Браво» среди топ-100 компаний. Компания регулярно запускает акции на мобильные телефоны и денежные вознаграждения. Компания организовывает мероприятия, чтобы люди могли писать книги. У нас очень много книг от лидеров, которыми вы можете пользоваться. 250 лидеров уже стали владельцами автомобиля «Шкода» с логотипом Oriflame. В Oriflame 200 долларовых миллионеров. На секундочку. Кстати, вот информация, как мы работаем. Мы работаем с вами с прокачкой. Мотивация для того, чтобы вы хотели. Информация для того, чтобы вы знали. И командное решение вопросов с поздравлениями, с тусовками в чатах. Вайбер, Скайп, Ватсап, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук. То есть, если вы еще не в чатах, там происходит самая основная магистраль информации и самая активная бурная жизнь. Цель команды «Касатка» в каждом регионе, стране и континенте быть в топ-15. К чему мы стремимся? Чтобы вы получали хорошие премии, чтобы вы быстрее пригласили 3% стали на 9%, чтобы вы приглашали 9% и стали директорами, чтобы вы приглашали директоров и становились бриллиантами.
чтобы вы не обращали на время и возраст, чтобы вы всегда хорошо себя чувствовали, чтобы вы были счастливы и в 20, и в 30, и в 50, и в 100 лет. Что первая цель, которая должна быть у новичка, это стать золотым директором. Потому что брянка это многовато, а золотой директор это пригласить двух лидеров. Чтобы поехать на такие лайнеры, отдыхать вместе с нами и отдыхать на полную катушку. Мы дополнительно проводим еще такие круизы. Раз в 5-7 лет у нас проходит круиз. Да? И он по-разному бывает. У нас был Евротур. Мы с Наташей проводили круиз. В Швецию, кстати, ездили, да? В Данию, в Польшу, в Чехию. Это очень замечательно было. В Прибалтику. И вот те люди, которые есть сейчас, присутствуют, кто был с нами, поставьте, пожалуйста, цифру 10, чтобы вы с нами путешествовали. Мы даже организовываем в городах мероприятия, выбираем бассейны, где можно провести тусовки, да? Вот, Дюман Ирина, Людмила Иванова стоят в десяточке, да? Это те лидеры, которые с нами ездили, и после этого их команды начали расти. Расти однозначно, появились новые лидеры, новые возможности и так далее. Это потоки хаос, как вы видите, да? Вот, эта поездка, прежде всего, хочу подчеркнуть, на фоне, как вы думаете, концепт магазина, это магазин Oriflame в центре Стокгольма, в центре северной столицы Европы. И вот фотография после закрытия квалификации, это командная была квалификация, получили такую премию. Это те, кого мы успели собрать. После мотивации люди побежали рекрутировать, сказали, ребята, 5 минут, делаем фотку. Вот еще у нас такое селфи командное. Это мы проводили мероприятие в Крыму с нашими крымскими лидерами. И туда поехали наши коллеги, наша команда из России и из Украины. Вместе, дружно. Видите, мы на политику не обращаем внимания, потому что мы хотим созидать, мы хотим воспитывать лидерство. Вот лидер с нами Виктория Гроза. Это Наташа сказала, разрешаю создать одну ветку в Кременчуге. Вот этой структурой стала Виктория. Спортсменка, комсомолка и просто отличная мама и супер лидер, которая умеет плотно сопровождать своих лидеров. Кстати, я вижу сегодня из ее команды много людей. Привет вам. Привет, Виктория. Отлично. Так, дальше. Вот так мы хотим, чтобы вы с нами поехали. Возможно, но у нас есть такая мечта, а все мечты у нас осуществляются. Друзья, есть идея полететь через пару годков, пару лет, чтобы вы уже отошли от кризиса, построили хорошие структуры и вместе с вами поехать на Мальдивы, да, на Мальдивские острова, взять самолет, это реально, я хочу сказать, что это очень реально, взять самолет, вот, и если мы вместе полетим, то это будет очень доступно, да, не будем платить никакой турфирме, сами все организуем и полетим. Опыт уже есть у нас по Европе, теперь мы можем это сделать, поэтому сроки 2-3 года, готовьтесь заранее. Вот такие дела. Дальше, друзья. Вот так бывает у нас на бриллиантовых конференциях в Майами. Недавно прошла конференция в Майами. И я хочу сказать, что это было очень круто. Вы уже видели фотографии. Что вам сказать? Поехать в Америку? То есть компания заплатила деньги, чтобы ты сделал визу. Тебе открыли визу, если ты гражданин России на 3 года, это очень круто. Не на полгода, как Европа дает, а на 3 года, да? А украинцам вообще на 10 лет дали визу.
На 10 лет. Прикольно в Америку летать. Да. Это мы в Польше. Мы посещали польский завод. Завод шведов, который построен на Польше для того, чтобы ближе поставлять продукцию из Европы. Тоже разные лидеры были у нас. Вот. Это мы фотки со Стигом Стеном. Вот сейчас акция запущена, да? 6 человек могут поехать. Вот мы команда ездили. 50 человек, наверное, нас было где-то, да? Сейчас уже не помню в количестве. Два автобуса у нас. Вот, это мы Стиг Стен в серединке. Это мы в Игелеса. Вот так-то. Это мы на фоне крестов. Это такое с места в Прибалтике. Историческое место. Адаменко семья, Анатолий Иванович и Елена Павловна посоветовали нам поехать, поменять маршрут и поехать через Прибалтику. Нам очень понравилось. Вот, деткам купили шоколад, такой сыр, такое пиво. А, кто любит? Это наши шейки клубничные, да. Это фото мне очень нравится, которое подчеркивает вкус шейка. Это машина Mercedes, которую компания подарила за звание старший президент. Вот. Просто взяла и подарила. Прикольно. Работаешь себе, работаешь. Как обычный человек, работаешь себе. Я скажу вам честно, ребята, многие вот сейчас там спрашивали у меня в чате, дать советы новичкам. Ребята, просто действуйте. Вот отдайтесь полностью работе. Спрашивают, сколько у меня автомобилей от компании. У меня три машины от компании. Первый был Lexus. Потом у меня Volvo. И потом еще Sequoia. И потом еще Mercedes. Четыре. Вот. Сейчас у меня три машины и пользуюсь нормально. Это благодаря компании. Ну, некоторые компании подарила автомобили, некоторые я купил на премии от компании. Вовремя вложил, не потратил, не пропил, не прокурил. Мы поднимаем имидж нашей команды «Касатка». Вот я выступал на телевидении. Вы можете написать MLM-фактор Алексей Севрук и увидите, как я давал интервью. Тема очень важная. Многие спрашивают, как приглашать мужчин. Вот я здесь рассказываю, как мужчина может строить бизнес в косметической компании. Рекомендую. Вот вам рекомендация, первый совет. Следующий момент, что хочу сказать, что холодный онлайн безграничен. То есть возможности брать и рекрутировать людей в интернете. Это постоянный источник людей для регистрации. Вы должны понимать, что надо изучить рекомендация, план успеха компании. План успеха компании лучше в мире MLM. Чтобы стать директором компании, я потратил 1,5 месяца. И плюс еще 6 месяцев, чтобы квалификацию закрыть. То есть я открыл директора и меньше, чем 1 год. Но я реально информационно пахал. То есть я много разговаривал. Я просто поставил себе цель рассказать о возможности компании максимальному количеству людей. И, конечно же, это Грузия. Ну, это одна из стран, где я побывал. Куда они приглашали. Вот это мое выступление с Натальей. Это мы проводили на корабле совместное мероприятие. Это мы с Дэнни Монтана. Можете написать Дэнни Монтана Севрук, и вы услышите классный ролик. Что новички, тоже рекомендация. Это Ицхак Пентасевич. Совместная книга у нас была написана. «Самый простой путь в бизнес». На лимузинах мы катаем своих лидеров, как вы знаете, да, вот Кремичуги – это практика постоянная у нас. Это одни из самых наших сильных лидеров, бриллианты. Александр Шумейко долго был на 9%, а потом раз, произошел щелчок и решил построить бизнес.
Вот, так что и вы знаете Сашу Шумейко, Людмилу знаете хорошо по Фейсбуку. Поэтому у нас все классные, красивые, умные, с целью номер один, стремятся к успеху, да? И поэтому, когда вы достигаете одну цель, ставьте себе перед собой следующую. Достигая одной вершины, вы должны видеть другую вершину. Не расслабляйтесь. Да, можно отдохнуть, но в фокусе держите следующую цель. Это вам просто основная рекомендация, которая может быть. Это мы возле Эльфовой башни. У нас компания решила сфотографировать. Это на одном из банкетов директоров. Вот Валентина опять ссылку скинула. Рекомендации. Ну, вы об этом узнаете от своих спонсоров более детально. Плотное сопровождение, потому что сейчас самое главное это вам показать возможности какие, да? Вот, хочу сказать, что я люблю тоже рекрутировать иностранцев. Вот слева Сэм из Египта, сверху ребята из Кении, внизу парень из Нигерии, Аломбасаде. Вот, поэтому, ну, я хочу сказать, что лучше работать там, где у вас есть люди. Вот руководство компании, Мац, Юрий Михайлюк, генеральный, Джеспер Мартинсон, правая рука Магнуса Брэнстрома. Вот одна из машин. Так я рекрутировал в Кременчуге. Писал номер телефона и рекрутировал. Ну, зарекрутировал, да. Было такое. Это Том Шрайтер. Большой Эл раскрывает секреты. Читали книгу, да? Вот. Есть у нас еще одна фоточка интересная наших лидеров, самых свеженьких, которые вот недавно закрыли свои квалификации. Вот говорят, что Орифлейм не для мужчин. Как раз вот самые красивые и умные мужчины спортивные идут в Орифлейм. Потому что они хотят свободный бизнес, успешный бизнес и пассивный доход. Вот у нас замечательный Владимир Литвинюк, который открыл старшее золото компании несколько лет, но уже есть серьезные результаты. Да? Планомерно, целенаправленно идет к цели. Поздравляю, Владимир, и всех остальных, кто в команде «Касатка». И клуб идеального бизнеса, и престиж, и мега-карьера, и турборот, всех-всех-всех на свете. Только клубов у нас, все под единой крышей «Касатка». Да, команда Алексея Севрука. Вот Гандапас Ростислав, знаете такого, да? Харизма лидера. Тоже рекомендую вам смотреть его видео, очень полезное, расширяет сознание. Вот, это наши лидеры Ирина Тукала с Ярославом. Буквально недавно они провели сильнейший вебинар, да, который вы сегодня слушали. Просто грандиозные рекомендации. Вот там вы можете услышать рекомендации, посмотрите это видео. Это кабинет, который я хотел бы, чтобы у каждого был такой, да, не только у меня, но и у вас. Вот, и помните, что на халявной веревке висеть приятно. Люди... Многие думают, что халява, халява, вот. А здесь надо действовать. Но здесь приятно действовать, здесь ты пожинаешь плоды. Вот, кстати, фотография. Дженнифер Лопес решила продавать свою парфюмированную воду через компанию Oriflame. Было такое, а? Скажите. Было. Вот. Деми Мур отозвалась о компании Oriflame, когда решила подписать контракт на продажу парфюмерии своей через каталоги Oriflame. Было? Было. Вот. Соблюдайте баланс, рекомендации. Традиционные MLM и онлайн-бизнес. Все это общие фразы, которые должны вас настроить. Но вы должны понять, картинка должна быть в голове. Да? Это прежде всего создание потока кандидатов. Создание потока. То есть вы должны подумать, это социальные сети будут или список знакомых. Я думаю, то и другое. Правильно? Потом, у вас должна быть система рекрутирования, то есть отработать со своим спонсором, как вы приглашаете людей. Должна быть система
сопровождение, она есть у ваших спонсоров. И потом система обучения, и потом система дублицирования. И тогда вы запускаете эту систему. То есть 5 шагов: создание потока кандидата, система рекрутирования, система сопровождения, система обучения и система дубликации. Вот что надо делать с людьми. У людей возникает вопрос, делайте скриншот и пошагово выясняйте у своих спонсоров, как это работает. Как правильно по-новому строить бизнес? И зачем новый метод? Вот рекомендация. Есть такой метод альпинизм. Я вкратце расскажу. Вот кто дождался, я вам расскажу эту фишку. Все новички получают внимание, заботу, поддержку, знания, горячую свечу под низ. Второе. Перейти в этот метод можно при любой ситуации, в любое время, на любом этапе. Третье. Ветка растет в несколько раз быстрее. Проверено на практике и мировом опыте. Вспомните слово «трубопровод». Да, Людмила, совершенно верно. Под пятку. Начало построения ветки. Вот вы. Вы спонсировали, у вас появился, активировался, начал работать человек под именем Аня. И начал обучение еще в глубине июля. Вот в таком формате, да? Включается в работу Аня. Что она делает? Она понимает, что она должна спонсировать только в одну ногу. Спонсировать именно под Аню, под Юлю, под самый последний номер. Под самый последний номер. Включается в работу, к примеру, Юля. Юля спонсирует уже под самого нижестоящего человека. Да? Сейчас у нас есть такая тема «приглашающий спонсор». Спонсор приглашает, он даже подарки будет получать. За то, что он спонсирует глубину, он будет получать подарки и деньги. Когда вам начать строить вторую ветку? Правило. Когда ветка под вами имеет 4-5 рекрутирующих лидеров и находится на уровне 6-9%, ветки в день 3-5 новичков, вы начинаете строить себе вторую ветку. Аня, Юля, Вера, Майя продолжает строить в глубину, подписывая новичков только в одну ветку. Да. Еще у нас осталось 5 минут, друзья. Ветка на уровне 6-9%. Первое правило. Второе правило. 4-5 рекрутов в ветке. Третье правило. В день ветку по 3-5 регистрации. Запомнили, да? Минусы нашего старого метода, как мы раньше работали. Когда Аня прекращала работать, и мы строили в ширину, появлялся активный чек, но без спонсорской поддержки. И когда каждый строит себе отдельно ветку от спонсора, в ветке появляется много аппендицитов. Многие активные в аппендицитах остаются без помощи в построении ветки и бросают эти проекты. Поэтому, дорогие друзья, как перейти на новый метод? Ваша ветка от 0 до 3%. Юля, Вера, Майя, если прекращает строить свои личные и включается в построение общей спонсорской до выхода, каждой ветки из них на 9-12%, плюс до появления под ними 4-5 работающих рекрутов. Это 3-5 регистраций в день по ветке. То есть идет углубление. Ваша ветка на 9%, 12%, если это по Украине и Азербайджане. И в ней 4-5 рекрутов. И 3-5 регистрации вы начинаете новую. Когда вы это сделаете, вы начинаете новую. Вот пример. Когда Юля вышла на 9-12%, и под ней 4-5 работающих рекрутов, она берется за вторую ветку, подхватывая, продолжая строить ветку брошенного новичка номер один. Новичок номер один сразу начинает строить ветку по новой системе. Пока Вера строит свою первую ветку номер один, новички А и Б объединяются и по этому методу дальше строят одну ветку под новичком Б. Понятно, да? Непонятно, прокрутите видео снова, и вы сможете разжевать информацию для себя. Учет регистрации в общей Google таблице. В скайп-чатах вы должны публиковать или в скайп, не обязательно скайп, может быть, ВКонтакте или в Телеграме, публиковать номер последнего человека, чтобы вы могли правильно регистрировать.
У вас должен быть чат на каждую ветку в глубину. Все должно быть у вас под контролем. Наша команда «Касатка номер один», топ-15. Мы двигаемся к своей цели. Мы вдохновляемся мировыми лидерами. Да, если мы вспомним героев нашего времени, то мы поймем, что если человек без рук и без ног смог создать семью, успешный бизнес, стать одним из самых лучших спикеров, влиятельных спикеров по всему миру, так почему бы вам не начать свое дело с нами на полную катушку? Включайтесь, пожалуйста, друзья. Если вы с руками и ногами, вы можете путешествовать и жить по максимуму. Наши новости на основных странах СНГ находятся на сайте онлайн-касатка.ком. Приглашаем, смотрите новости по акциям, вы будете в курсе всех событий. Еще раз благодарю вас за то, что вы вместе с нами, за то, что вы просмотрели это мероприятие, да, онлайн-трансляцию, которая длится меньше одного часа. И помните, что ваш наставник такой же, как и вы. Поставьте перед собой цель. И знаете, если мы прошли этот путь, протоптали и сделали зеленый коридор, значит, вам легче будет двигаться, потому что у вас будет меньше препятствий. У вас будут подсказчики, помощники, ангелы, которые будут всегда вместе с вами. Успеха вам, счастливо, и помните о том, что вы лучшие, лучшие в этой жизни и можете сделать завтрашний день еще сильнее. Счастливо, пока. Будьте вместе с нами, будьте сильными, богатыми, счастливыми и успешными. Пока-пока.